Итак, с нами дизайнер Вера Черепова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашей коллекции, которую вы будете представлять на неделе моды в Эстет. Я хочу представить новую коллекцию. Основную часть этой коллекции представляют жилеты, где мех собран мозаично. И в сочетании с тканью. Это как бы набирает силу эта тема. А большое количество меха, на мой взгляд, себя в одежде немного исчерпало. И более, ну и наскучило, всегда должна быть смена. И вот решение более практичное, более как бы финансово доступно для покупателя. И свежо, ново и практично эту тему я полюбила. Вот на мне, кстати, жилет, который из этой темы. Я как дизайнер свои создания примеряю, хочу почувствовать их актуальность, удобность. И вот, как бы проверив эту вещь на себе, я решила, что она мне так нравится, я оставлю ее в своем личном гардеробе. Хотя, конечно, можно всегда повторить, хотя в основном у меня вещи в одном единственном экземпляре. Можно повторить в другом цвете или точно так же для коллекции. Вот это в основном тема. И тема цвета продолжается. Я ее начала где-то последние два показа так активно представлять, особенно в последнем, предыдущем. И эту тему я развиваю. Также развиваю тему серую, любимого серого, все оттенки серого. И насыщенных, ярких, неожиданных сочетаний разных мехов. Вот это в основном то, что я хочу показать зрителю. Ну, конечно, и все своевременность, потому что сейчас у нас холода, да. И, конечно, актуальны именно вот меховые какие-то вещи, жилетки. Я, кстати, очень люблю жилетки. Да, очень практично, их можно носить на пальто, на какие-то кожаные пиджаки, на свитера. И еще, конечно же, как всегда в моей коллекции, любимый мной ассортимент малых форм – это горжетки, какие-то съемные воротники, двойные воротники. В общем, вот такая аксессуарная тема. Сумки меховые. Ну, в общем, все то, что тоже как бы я люблю и начала как бы делать не так давно, я продолжаю эту тему. Ну, здорово, когда вы знаете, что в каких направлениях вам больше ближе, интереснее, и вы продвигаете именно свою такую нотку, везде она прочитывается. Так что жилетки, меховые сумки, это все очень как-то одно с другим очень сочетается. Я думаю, что у вас и сумки тоже такого плана какие-то теплые, да, наверняка? Да, это сумки сочетания меха с кожей, чисто меховые. Вот. Ну и, конечно, в преддверии Нового года эта тема очень актуальна. Горжетки и какие-то малые формы. Ну и кроме того, конечно, будут новые шубки. Новые силуэтные решения. И Соболь тоже будет присутствовать, король мехов. Вот. Так что поделюсь своими мыслями со зрителем. Здорово. Я очень жду, на самом деле, ваши коллекции посмотреть, и очень хотелось бы на себе так вот визуально хотя бы примерить все ваши жилеточки. Замечательно, да? Ну, скажите, пожалуйста, какие у вас предпочтения, вот что вы ждете именно от модели? Какая должна быть сейчас в нашем современном мире модель? Девушка, которая должна преподнести именно ваши какие-то, там, допустим, вещи, вашу коллекцию? У вас есть какие-то свое видение? То есть это не просто девушка 90-60-90, а личность, которая должна цеплять взгляд, которая должна притягивать вот именно взгляды людей, чтобы она запомнилась не только то, что она на себе несет, но и также как-то вот привлечь к себе внимание. Я думаю, что сейчас в наше время это очень важно. Да, конечно, важно. Моя модель, молодая девушка, это не просто кукла с определенными параметрами. Это человек с богатым интеллектуальным багажом. Цивилизация дает сейчас очень большие возможности. И, конечно же, более развитая молодежь, и именно такая меня и интересует, которая занимается совершенствованием при этих действительно новых больших возможностях технических. И это девушка, которая самостоятельна, которая женственна, она и сильная, и слабая одновременно, но она, конечно,
очень интересна изнутри и харизматична. Она имеет, конечно, яркую индивидуальность, и, конечно, она притягивает к себе взгляды, потому что каждый человек индивидуален, и девушки, которые яркие индивидуальности, они как раз вот мои образы. Вот. Я желаю хорошего показа, моделям прекрасно себя показать, и людям получить, зрителям удовольствие, и успешного показа всем модельерам, кто будет принимать участие в ювелирной неделе «Эстет». Спасибо вам огромное за интервью, очень прекрасные слова. Вы как-то вот настроили даже вот меня на такую волну очень позитивную. Очень мне приятно с вами находиться рядом. Очень хочется поскорее увидеть вашу коллекцию. Я желаю вам, чтобы у вас все прошло замечательно, в положительном ключе, чтобы все остались довольны, и зрители, и модели, и вы сами, чтобы все было просто отлично. Да, и красота спасет мир. Согласна, спасибо огромное.